В регионах стартовали отборочные соревнования для участия в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы». В связи с пандемией их проводят в новом дистанционно-очном формате. Работы конкурсантов оцениваются экспертами удаленно с помощью средств визуального контроля. Технические заминки – дело уже привычное, но делать нечего. По новым правилам наблюдать за работой участников WorldSkills можно только так. Очный визит на площадке запрещен даже экспертам. Тем более, что все конкурсанты находятся в своих домашних регионах – от Сахалина до Мурманской области. Такая вот дистанция. На время выполнения задания никого на площадке не должно быть, поэтому вот эти камеры, они как бы контролируют пространство, да, вот на предмет. Второй как бы уровень контроля – это то, что делают наши сейчас эксперты. Они сидят и контролируют рабочие места участников через определенную систему БС. А еще они все слышат, так что подсказывать не получится. Но есть у нового формата и минусы. Оценивать такие компетенции, как, например, поварское или парикмахерское искусство, экспертам приходится по фотографиям готовых работ. Есть трудности и технические. Для того, чтобы обеспечить такую дистанционную связь, регионам нужно было приобрести и наладить оборудование. Это удалось не всем, а потому часть регионов не смогла принять участие в отборочных соревнованиях. Тех же, кто по итогам состязания выйдет в лидеры, традиционно ждет финал. В этом году он тоже пройдет дистанционно.